Всем привет! После долгой разлуки, короче, вернулась. Ну, что могу сказать? Села я на диету, и, конечно, это, конечно, интересно было. Ну, вернее, я не буду там уже сильно объедаться, как раньше. Но столько осознания мне никогда не приходило. В общем, я, наверное, отравила свой организм выбросом токсинов. И мне такое, конечно, было какое-то мучение. Вот эти дни я не могла ничего вообще, ни дышать, ни снимать, короче. Только была в мыслях своих. Не буду рассказывать. Но осозналось все, что могло осознаться. Я думаю, что это неплохо, потому что я так долго говорила, что мой мир обо мне заботится, что он просто взял и позаботился. Аж голос сел, аж как будто я, это не я стала. Ну, вернее, я стала той настоящей. В общем, много всего. Сейчас загружу это видео и пойду, короче, найду жабку, куплю какой-то еды, потому что я эти дни очень мало ела и много скинулась веса. И выброс, наверное, токсинов был такой колоссальный, что у меня, ну, много страхов было и вообще. Ну, я думаю, что сейчас надо прийти в норму. Главное, часто и понемногу есть, потому что уже сегодня вечером я ела кашу. Ну, вот только что вечером. Ну, в принципе, вечером. Кашу просто жуя, без аппетита, но как вот когда-то я попала в больницу, я ела там так, просто запихивала в себя, потому что это надо. Мне сразу потеплело, сразу, короче, вернулась, как будто, ну, в общем, как будто восстановилось все. Так что буду дальше вас радовать, и теперь даже будет лучше, чем прежде было. Так что все хорошо, а будет еще лучше. Кто скучал, я вернулась после перерыва. И всех католиков с праздником. Сегодня католическая Пасха. Так уж совпало, что все совпало как раз к Пасхе. Ну, все это процесс. И если бы это не произошло, я бы никогда не смогла сбросить вес. Короче, весом так прилично скинулась. Килограмма 4, наверное. Да, вот так вот. Я так не скидала, наверное, никогда таким путем. Ну, путь, конечно, тяжелый. Ну, типа, сначала вот от сахара отказалась, потом вроде вернулась, потом снова перестала есть сахар. А есть стало по чуть-чуть. И это, конечно, было, ну, тяжело. Ну, как-то мыслей много и вообще. И теперь вот это сегодня вообще мне как-то стало нехорошо. Я позвонила подруге, она приехала, и мы с ней целый день говорили. Она мне просто, блин, не знаю, вытянула, короче, из того состояния. Походили по парку. Видите, какая я стала? Какая-то светлая, какая-то, блин, ну, несмотря на то, что я себя очень плохо чувствовала. В общем, сейчас пойду за едой, потому что надо кормить организм, привыкший к еде. Нельзя так. Нельзя. Все. Пока. До следующего раза. А, там, может, выложу еще видео рисования. Я вчера рисовала.